Здравствуйте, товарищ Рыбалов. Сегодняшний обзор хочу посвятить такой вот интересной приманке от фирмы Окинжон. Называется она Баллист. Вот у меня версия, так сказать, 63 мм длиной. Тело приманки выполнено в виде червя с такими вот некими ребрами, как видите. И также приманка оснащена твистерным хвостиком. Это, так сказать, некий гибрид твистера и червя. Он так и называется, твистер-червь. Приманка выполнена из съедобного силикона. Так сказать, в ассортименте компании Окинжон имеется огромное количество различных раскрасок данной приманки. Приманка, так сказать, мне очень понравилась. Покупал ее весной. И за прошедший сезон меня очень, так сказать, порадовало, особенно по окуню. Ну, в принципе, для ловли окуня я ее приобретал в данном размере. Осталась у меня одна штука. Это довольно-таки поношенная. Хвостик был немножко длиннее. Ну, окунь беспощадно его огрыз. Данная приманка отлично подходит для оснащения офсетным крючком и также обычными крючками. Также, в принципе, можно применять ее в оснастках, таких как сплитшот, отводной поводок, либо же на каролинской оснастке. Но я его, в принципе, использовал в основном на отводном поводке, поскольку водоем он у меня, где я ловил окуня, довольно-таки заросшие, особенно, так сказать, на дне много тины. И самой наиболее подходящей оснасткой в данном случае была как раз-таки отводной поводок. Данная приманка очень, так сказать, хорошо проходит водную растительность, если же это, конечно же, не тина, а довольно-таки, так сказать, крупные водоросли. Проходит она их хорошо, не цепляется. Как я говорил, с офсетным крючком просто изумительно. Проводка приманки, в принципе, классическая, джиговая. Либо же на одном поводке можно вести ее равномерно с остановками. И также можно немножко даже подтвичивать. Окунь отзывается на эту приманку просто изумительно. В упаковке было 10 штук, вот осталась одна. Резина, в принципе, хоть и съедобная, довольно-таки износостойкая. Ну, естественно, при большом количестве пойманной рыбы все равно, так сказать, изнашивается. Так что приманка просто отличная, могу всем смело рекомендовать. Думаю, себе еще приобрести пачку, а может и две. Посмотрим. Так что приманочка мне очень понравилась. Аттрактант, который мне применяется, очень стойкий. Даже вот после многократного ее использования, так сказать, чувствую все равно устойчивый запах. Так что можете смело приобретать и ловить, так сказать, окуня. Спасибо за внимание. Данный видеообзор подготовлен специально по заказу интернет-магазина F-Magazine.